Здравствуйте! Сегодня покажу вам, как связать вот такие вот пинеточки пчелки. Они очень легко вяжутся, и это видео я предлагаю для новеньких, тех, которые только начинают вязать, которые только взяли спицы в руки, они вяжутся очень легко. Здесь вязка только лицевая и изнаночная, и поэтому новички, я думаю, смогут связать такие пинеточки. Здесь подушевка 10 сантиметров, они маленькие, и для вязания этих пинеточек нужно набрать 28 петель. 28 петель я набрала уже. Да, я забыла сказать, что я вяжу пряжи Браво, в основном я такой пряжи вяжу, но 50 грамм здесь 133 метра, 100% полиакрила у меня. Значит, я на спице набрала уже 28 петель и провязала один ряд просто лицевыми петлями. Теперь мы, после того, как мы провязали один ряд только в одну сторону, мы теперь делаем прибавки на подошевку. Для этого мы первую петлю снимаем, одну провязываем лицевой, делаем накид, 11 петель лицевых. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Делаем накид. Далее вяжем 2 лицевые, опять накид и опять 11 лицевых. Опять делаем накид, 1 лицевая и кромочная. Следующий ряд мы вяжем просто лицевыми, и накиды мы провязываем так, чтобы у нас не было дырочки. Вот так вот мы берем за заднюю стеночку, чтобы петля была как бы перекрученная и дырочки не будет. Провязываем все петельки лицевыми. В следующем ряду мы опять будем делать прибавления на подошевке, чтобы у нас подошевка не тянула и была кругленькая по форме пяточки, ножки. Так, поворачиваем работу. Одну снимаем, две провязываем лицевыми, делаем накид. Также провязываем опять 11 петель лицевых. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Накид, 4 лицевые. Накид, 11 лицевых. Накид, 2 лицевые и кромочная. Следующий ряд мы вяжем так же, как мы уже вязали. Накиды не забываем провязывать перевернутой петелечкой. Можете взять другие цвета пряжи и связать другими цветами. Но у меня были такие вот забавные пчелки. Я решила связать такие пинеточки черно-желтые, как пчелки. Вот такие вот. Я открою вам по секрету. Это были скрепочки. Я зашла в магазин, и был целый набор скрепочек. Вот видите, там был такой штыречек, был иголочка. Но я пришла домой, попросила мужа, чтобы он их
откусил и зашлифовал. И вот он их отшлифовал, и они такие гладенькие сейчас. И такие вот забавные прямо. Одного вроде как мало было, ну а две как раз, три уже многовато. И так вот забавно смотрится красиво на пинеточках. Так что такие были скрепочки. Не скрепочки, а иголочки, которые прикалываются, там бумажку приколоть где-то на стенде. И они мне так понравились, но я решила их купить не для пинеточек. Так, следующий ряд мы вяжем так. Первую снимаем. 1, 2, 3 петли провязываем, накид. 11 лицевых. Десять, 11, накид, 6 лицевых, 3, 4, 5, 6, накид, 11 лицевых, 3 лицевые и кромочная. Далее мы вяжем все петли без накидов. Так, следующий ряд. Кромочную снимаем. 4 лицевые. Накид. 11 лицевых. 8 лицевых. Накид, 11 лицевых. Накид, 4 лицевые. И кромочная. Дальше мы провязываем все петли. И сейчас мы сделаем последнее прибавление на подушевке. Первую сняли 5 лицевых, затем накид, затем 11 лицевых, накид, 10 лицевых, накид, 11 лицевых, накид, и 5 лицевых, и кромочная. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Накид, 11 лицевых, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, накид, 10 лицевых, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, накид, 11 лицевых,
накид 5 лицевых. И кромочная. Теперь мы вяжем туда лицевые и обратно лицевые, чтобы вернуться к этому хвостику. Два ряда вяжем лицевые. Так, ну провязали мы 2 ряда желтой, 2 ряда черной, 2 ряда желтой, 2 ряда черной, 2 ряда желтой. И еще раз мы провяжем 2 ряда черной. 2 ряда еще мы провяжем черненькой, черненьким цветом. Последний раз мы провяжем этот вот подъемчик в пинеточках. А затем мы будем вязать вот этот вот мысик, вот впереди который. Он состоит из 8 петель. У нас на спице сейчас 48. 8 петель мы пускаем на мысик. Остается у нас 40. 40 мы делим пополам. По 20 петель у нас будет сейчас по бокам. Вот мы и распределили. Сейчас я довяжу этот ряд и будем вязать мысик. Разворачиваем. Так, желто немножко у меня запуталось. Так, последний раз мы вяжем черненькой. Кто хочет, может связать голубенькую с беленьким. Будет как морские, туда можно якоречек впереди, у кого есть, подцепить, приклеить, пришить. И, в принципе, такие же полосочки можно сделать, только голубенькие. Тоже будет красиво. Далее мы будем продолжать черной ниточкой вязать мысик, а потом на отвороте мы опять сделаем желтенькие полосочки. Так, вяжем 20 петель вместе с кромочной. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20. Так, теперь мы вяжем 8 петель мысик. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И здесь должно у нас остаться 20 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, из них мы 2 вяжем вместе изнаночной, разворачиваем, переснимаем эту, где мы вязали 2 вместе на правую спицу, и вяжем 8 петель. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 петли вяжем вместе лицевой, разворачиваем, переснимаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 изнаночной. 2 вместе. И так мы будем убавлять до тех пор, пока у нас останется 28 петель. Так же, как у нас и были 28 при наборе петель. Наши пинеточек выглядит вот так вот. Здесь я в серединке провязала резиночкой 1 на 1, чтобы при отвороте
внутри ножка была, ну, сжимала ножку, чтобы они не были слишком широкие, поэтому я там внутри сделала такую вот резиночку. И здесь еще сделала я дырочки для шнурочка. Потом мы проденем шнурочек сюда. И кто хочет ленточку, кто как хочет, так и пускай сделает. Вот мы провязали, у нас сейчас на спице 28 петель. Я провязала его до конца. Теперь, ой, путается так нитки. Теперь мы провяжем еще один ряд из лицевыми. Потом мы сделаем дырочки для шнурочка. Вот у нас после желтенькой два ряда, вернее, две дорожки черными ниточками я провязала. Теперь мы вяжем две лицевые накид, две вместе, две лицевые накид, две вместе, и так до конца ряда. Мы провяжем дырочки для шнурочка. В конце сделаем накид. Здесь будет на одну петелечку больше, но ничего страшного, потому что здесь будет отворотик, и пускай он будет на одну петелечку шире, чтобы он не стягивал ножку. Обратно мы вяжем лицевыми. Вообще мы весь пинеточек вяжем лицевыми. И вяжем вот за вот эту вот сторону, чтобы тут была вот дырочка вот такая для шнурочка. Вот у нас 29 петель получилось. Вот у нас вот такие вот дырочки. Так, дальше я провязала 2 ряда желтой. И потом мы начали вязать. Я начала вязать резиночкой. Резиночка была 1 на 1. Одна лицевая, одна изнаночная. Я провязала 8 рядов черной, и потом 12 рядов желтой и опять 12 рядов черной. И я провязала это все резиночкой. Теперь мы провяжем один ряд лицевыми, чтобы нам перейти на ту сторону, потому что нам сейчас нужно вязать уже по изнанке. Потому что будет отворот, а когда мы отворот отвернем, то он будет на изнанке, у нас лицевая сторона теперь. Вот нам надо вернуться на изнаночную сторону, чтобы продолжить дальше вязание. Так, теперь мы вот разворачиваем. Будем вязать, вот это у нас будет теперь лицевая сторона.
Так, вот мы довязали вот ряд платочный. Теперь мы вяжем 4 ряда желтой, 4 черной, 4 желтой, 4 черной. И заканчиваем двумя рядами желтенькой. Вот мы вяжем теперь по изнаночной стороне. Когда мы ее вывернем, то у нас получается лицо. И вот у нас пинеточек будет готовый. А потом мы сошьем его. Сначала мы будем сшивать вот по лицевой стороне, вот до середины. Потом вывернем наизнанку. И с изнаночной стороны мы сошьем вот эту вот сторону. Потом вывернем вот манжетик. И у нас уже готовая пинеточка. Вяжите, удачи вам, до свидания.